Мы решили выкопать джикаму. Вот эта джикама не дала семян. Она маленькая. О, вот кустик она. Небольшой. Вообще кустик малюсенький. Решили выкопать. А выкопать, потому что здесь есть плод. Вот и неизвестно, у других мы успеем, потому что у нас там семена зреют. Успеем мы, не успеем попробовать. А хочется попробовать. А, вот они. На других какие семенки висят. Хочется попробовать. Ну что же. Что же это такое? С чем это едят? На что похоже? Очень интересно. О, он маленький. Малюсенький, да? Ну посмотрим, ты ж копаешь. Да, ой. О! Малюсенький? Малюсенький. Че себе зашифровался? Это малюсенький плод, вот оно все. Во! Какая репка интересная. Все, вау. Я в восторге. Что такое интересное, ух ты. Джикама. Клубневая. Так. Мы же любим выращивать. Звенит, значит, хрустящая. Сегодня у нас на ужин репа джикама. Хикама. Фасоль ядовитая. Вершки ядовитые, низ корешки съедобные, выращиваются ради вкусных плодов, которые под землей. Вот интересно, что же за вкусный плод? Будем взвесим. Пробовать. Взвесим? А взвесим, да, мы сейчас через пару минут его взвесим. Вот так. И сколько наш плод весит? 658 грамм. Нехило с одной семечки получить 600 грамм вкусного плода. А вот какой вкус, мы расскажем в другой передаче. Да, следите за новостями и за нашими экспериментами.